Здравствуйте, друзья! Получил пионерское поручение лучок посадить на головочку. Посадил вот, перегнойчиком подсыпал. Погода у нас еще та. Льют дожди, еле вскопал. Пахать нельзя лопаткой. Вон они. Ходят проказники. Все в тучах. Грушечку тут нашел. Перегной. Где она тут была? Вот она. Красавица. Стой! То я тебе сниму, глаза вылупила, не хочет, вся чумазая. А, все, ну пусть бегает. В этом месте у нас подвал был, вроде все засыпали хорошо. Кирпичи старые лезут. Тоже. Вот сколько мусор. Ну, как-то так, друзья. Никак не дает мне заняться погода. Вся обработает. Ну ладно. Всего вам доброго. И удачи. Еще вот. Еще не до конца проснулись жучки. У нас их солдатиками зовут. Еще спят. А может, не спят. Так-то вот. 21 градус. 2 дня уже газ не включаем. В доме не топим. Теплынь. Сколько это предстоит? Кто ее знает? Пока.